Налоговая служба пришлет СМС или электронное письмо с информацией о налоговых долгах. Для этого необходимо предоставить в налоговый орган согласие на информирование о возникновении задолженности непосредственно по почте, по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Наиболее удобный способ направления гражданам согласия на информирование о наличии задолженности реализован в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Профиль. Контактные данные». Организации могут направить согласие по ТКС, по почте или предоставить непосредственно в налоговый орган по месту своего нахождения. После получения согласия налоговый орган будет доводить информацию о задолженности ежеквартально.